ужастики просто, фильм ужасов. Так, ну карта вроде бы более-менее адекватная, давайте. Три ЛТшки, конечно, это не особо адекватно. Но что имеем, то имеем. Да, я благодарен той бабахе, что она блайнданула, убила. Я стал, слава богу, ушел с этого боя. Потому что это просто... Это неописуемо просто, ребят. Это просто неописуемо. О, это нормально, грилек. А это ненормально, блин. Грилька и сразу не пробить. Обидно. И шанс ведь был. Такой некислый, да? Кранваган тут решил от уголка тоже поиграть. Видите, но он аккуратный. О, вот этот красавчик, молодец. Этот аккуратно играет. Где она там прячется? Что такое? А ну. Глянь, глянь. Ху. Тихо, это что такое? Ну какого болта? Ну что за 400? Блин, не долетел снаряд, вы видели? Вот обидно. Снаряд не долетел до башни. В корпус ударило. Из-за вот этого вот момента. 400. Грилю тоже, кстати, в гусеницу полетела из-за этого. Так, где ж ты тут? В средних кустах. Я бы тебя с радостью... Опа-на! Что это за прокат такой? Что это такое, грилек? И что ты думаешь, тебе простят такое, нет? Да, да, да! 933! Мои повышенные любимые снаряды. А, класс, как я за ними соскучился, а? Как я за ними соскучился. 933. О-ху-ху-ху. Ебрик, а ты еще бабаху не подсветишь, а то я и в ее хочу еще усандалить немножко. Я себе. Что, так можно, да? На кране делать. Лень, лень, что делает? Давайте срочно. Давайте срочно смотреть сюда. Одна секунда, ё-моё. Он сейчас тут должен где-то зависнуть. Хорошо. Кран, ну ты не в свою колыбель заехал, я тебе скажу. Мы, конечно, ливаем, ребята, ливаем. Но, тем не менее. Тем не менее, все равно он не в свою колыбельню заехал. Ну вот это наглость. И за эту наглость ты наказан. Т100. Только не начинай блайндить. Точно, блин, смотри, блайндит. Ах ты микро... Бустер ты фиговый. Да-да-да-да. О, смотрите-ка, кто... Кто засветился. Долететь, конечно, будет, но... Жалко. Таки. Жалко, жалко, жалко. Обидно. Обидно, что не долетело. Да как вы ливаете? Ну как вы здесь вдвоем не можете один танк убить, пацаны? Слава, у вас сработала вот эта вот фишечка. Ты будешь уезжать, Кран? Я тебя вот здесь вот буду ловить. Ничего? Все нормально. Дратуйте, так сказать, Кранчик. А кто у нас убил эту? ГВЕшку кто убил? Вот это вообще вопрос. Лянь, я и дамажу, я и туда, я и сюда. Они все равно умудряются умирать. Как это работает, ребят? Вообще не понимаю. Да, тысяча, тысяча, еще одна фотка. Красота какая. Ух, как же тут, что творит этот, блин, камерунец фаворитный, а?
Ну что там, посветил, дружище? Как там свет работает из дальних планет? Мантикорка, как там? За такой выстрел, ребята, просто лайк заслуживает, а? Что это такое? Мне это не нравится. Твою мать. Чё он такой дикий у них? И чё он убивает, я не пойму. Блин, 140-му как-то нужно бы помочь вот там. Вон, смотри, тестолет светит, стоит до сих пор. Никто убить не может. Леопард, разменивай как-нибудь. Не, не хочешь, заяц? Нужно хоть кого-то стараться убить, а? Арта-арту, да, убила? Блин, мы летим. Леопард, ну ты должен там вообще, вот. Ты должен разменивать там. Нам бы тестолета бы здесь увидеть, понимаете? Было бы здорово. Я бы тоже в него попал бы. Я бы в него тоже попал бы, кстати. Ебр, бабаха здесь. Да что творится-то, а? И бабаху не простреливаю, да? Ну, конечно же. Вот этого. Ну, шотный, пацаны. Ну, убейте шотного. Я вас умоляю, а? Где бабаха будет? Нужно перекатиться. Бля, не там леопард, и там кран-ваген. Наш Е5 что-то катается непонятно где. Стараюсь, стараюсь, ребят. Стараюсь попасть. Да! Третье пробитие в бою, ребята. Третье, третье. Просто пятерочка. За такой бой, за такие выстрелы. Блин, лайк, подписка, ребятки, обязательно. Что творит арта? Просто что творит арта? Я говорил, я очень соскучился за этими. За повышенными, ребят. Просто очень соскучился за повышенными. Так. Жаль, не попал. Я неимоверно соскучился за повышенными, ребятки. Это просто жесть. Давайте, конечно же, у нас две ЛТшки. Конечно, они будут пересвечивать Е4. А он все понял, ребята. Хорошо. Еще 400 урона. Это очень хорошо. По идее, мы еще по хпшкам летим на самом деле, ребят. Мы еще по хпшкам летим. 4 секунды. Просто, просто, что творит этот камерунец. Просто, я не знаю, что творит он. Я не знаю просто, что он творит. Но вы его должны сами, алтоводы, добивать. Согласитесь, не? Я пропустил момент, где арта была. Ну и, соответственно, леопард же где-то еще, ребятки, катается. А я знаю, где он, скорее всего. Он вот здесь вот, скорее всего, в кустиках сидит. Но я не хочу в Е4 стрелять. Красавцы, вы же вдвоем должны были две ЛТшки его размазать, правильно? Какая красота! Вы посмотрите на этот урон, ребята. Это не ПТ, не ЛТ, не СТ, не тяж, это арта. Мне бы еще один выстрел бы сделать красивый бы, чтобы этот, чтобы шестерочку пробить. Было бы здорово на самом деле. А леопард, я же говорил, здесь. Я же говорил, что здесь леопард. Есть 6000 урона. Арта убила ебра, обалдеть можно. Мантикора, а зачем вот это вот? Зачем ты выезжаешь на леопарда? Вот это вообще момента не понял слегка.
Ну и арта осталось. Арта урта. Мистер Гейминг, брат, привет. Можно вопрос? Ну, конечно, можно. Да нет, арта здесь была, по-моему. Отсюда она стреляла, не там. Не там, где показывают. Ну, у меня снаряд очень долго будет лететь, ребят. Прям очень долго. Я больше, скорее, не успею. А, вон аж где. А так. Ребята, 6600 урона. 6600 урона. Как будто бы вернулся в старые добрые времена, ребят. Как будто бы вернулся в старые добрые времена. Я думаю, этот бой заслуживает на лайкосик. 6660 урона. И это... А дали всего лишь вторую степень, ребята, представляете? Я пол команды увалил здесь, а дали вторую степень только. Костолом, медаль горы, медаль поддержки, основной калибр. Это понятное дело. Супер бой. Просто шикарно. Просто бомбезно. Нереальный бой просто. Красотища. 3 пробития, 16 выстрелов, 11 прямых, 3 пробития. Шикардос. Никто больше меня здесь не настрелял. Ни в моей команде, ни в чужой.